Всем привет! Давайте затестим нового героя с башни ниндзя, Мэйни, и посмотрим, получится ли у нас ударной тройкой вынести фланг под ее вот этой вот ультой. Ну и также проверим, как быстро будут заряжаться герои под вот этим вот бафом регена маны в 33%. В общем, давайте возьмем вот эту вот желтую ударную тройку, ну и попробуем разобрать эту оборону. Полетели! Так, у нас сходу есть, в принципе, тройка желтых и немного синих. Давайте эту тройку первую соберем. Так, синие еще подъезжают. И как нам лучше сделать? Да, наверное, вот так вот пробросить. Потому что здесь просто куча хилеров. И два атакующих героя, можно сказать. Давайте еще вот так вот синие пробросим. Есть, желтые подъехали. Так, это, ну, ниндзя опять куда-то поехала. Не поймешь. На X2 или куда? Так, и смотрите, вот этот ультует. Но на X1 он... В принципе, ничего нам не сделает. Так, ну нам нужно до ульты Арамиса, в общем, успеть зарядить вот этого нового героя нашего. О, все, на X2 она готова ультовать. Тогда давайте отхилимся, все это снимем. И как нам лучше сделать? Смотрите, овер ХП у них почти, ну, да ни у кого у них овер ХП нету. Так. Давайте вот так вот тройку. Главное, чтобы ничего не полетело. Ну, нормально, на X2 так. Вот как у него анимация ульты выглядит. Кстати, похоже на анимацию императрицы, которая с ВТК. И вот смотрите, она им докинула овер ХП. И получается на X2 плюс 40 защиты. Ну и давайте ультуем сначала кроликом. Все это срезаем. Ну, мне кажется, навряд ли мы этот фланг сейчас вынесем, конечно. Давайте вот так вот еще. Да... И прям, ну, немного остается. То есть, смотрите, если было бы на X1, то вполне возможно, мы бы их вынесли. Ну и теперь можем вот так вот просто скопировать. Да, и мы их вынесли. Давайте вот так вот тройку еще пробросим. Все, этот на X1. Так что можно у него еще пробрасывать. Опа, на X2 сейчас может поднять всех. Блять. Короче, кого не нужно, поднял прям. Так. Бой затягивается, оказывается. Ну ладно, давайте вот так пробросим. Хотя все у нас зарядилось наше. Но здесь у них что-то вообще прям на двойное это. Просто ХП. И у этого уже, смотрите, полностью. Так, ладно, нам все равно придется вот так ультовать. Хотя бы, чтобы этого вынести. Который всех поднимает. Теперь вот так взрываем. Короче, здесь еще продуть можно спокойно просто. Давайте тройку сюда пробрасываем. И сейчас... Блин, ну у них вот это вот... Блядь, короче, представляете, проиграли. Ай-яй-яй. Так. Все-таки лучше отхилиться. И давайте скопируем... Арамиса. Повешиваем щиты. Так, нормально. Так, пробросили. И... О, тройка вот он уже есть. И все, выносим. И давайте еще затестим вот в такой вот обороне. И возьмем просто радугу, ну и попробуем их разобрать. Так. Есть зеленый, это уже хорошо, потому что мы сможем зарядить нашего этого арка. И, в принципе, ну, выдержать урон вот этого Юпитера. И как его еще? Арамиса. Так, давайте просто взрываем. Вот так вот. Еще и красный подъезжают, отлично. Так, ой, бля, этот успел зарядиться, окей. Ну, Локи нету, нет, есть. Так, все, тогда отхиливаемся и... Так, нам надо как-то тройку фиолетовых собрать и не зарядить никого. Давайте вот так пробросим. Аккуратно. Так, Арамис. Опа, никто не зарядился. Так, а вот это отлично, пускай ультует.
И теперь зарядился Арамис. Тогда нам лучше все-таки Людвига вот так вот заблочить, чтобы он не ультовал. Ну, а ульту Арамиса, в принципе, мы переживем. Давайте вот сюда вот так пробросим. Есть, Купидон зарядился. Так, куда он ультует? Опа, нормально. И давайте сюда вот. А, он щиты же повешал, елки-палки. Да. Так, ну все, план провалился. Хотя нет, мы можем вот так вот сделать. И, короче, если успеем, то... Ай-яй-яй, ну все. Нету тут никого. Ладно, давайте сейчас-то перезайдем другой командой. Я про эти щиты его забываю постоянно. Давайте его затестим вот в такой вот обороне. Во втором тапке, так скажем, у нас была отрицательная победа. Давайте посмотрим, что у нас получится здесь. Смотрите, она тут сразу вообще на двух разлимов. В общем, давайте возьмем вот такую вот команду. Три синих, возьмем Купидона этого. Хоть здесь Гатор щиты может повешать. Но у нас есть Зимкифа, и эти щиты у Гатор мы просто сможем, если что, снять. Давайте сразу вот так вот пробрасываем камни. И пытаемся вообще хоть кого-то зарядить. Смотрите, она поехала куда? Да, она поехала куда-то по своим делам, не знаю, на X2 или на X3. И можем, в принципе, в нее вот так вот пробрасывать пока месть. Только аккуратно. Так, этих троек нам для бегемота не хватит. Да, кобальты зарядились. Ай-яй-яй, ну нам этого не хватит. Давайте вот так вот тогда взорвем. Так, еще и Зимкифа зарядилась. Отлично, мы сейчас можем это все снять, в принципе. Вот этот, ну, ее бафы к броне и так далее. Угу. И вот сейчас как лучше сделать? А, ну нам по-любому придется вот так вот пробросить. Потому что нам нужно щиты Гатор еще снять. Бля, а что она дозарядилась? Короче, из-за пассивки она дозарядилась, да. Этот не она, а Юпитер. И тут, короче, хана походу всем будет. Так, держимся еще, отлично. Так, бегемоту мы точно не дадим ультануть. Поэтому делаем вот так вот. И ультуем вот сюда вот. Так, таланты у них не сработают? Нет. Все, теперь просто максимально пробрасываем, ну и ищем синие камни. Так, ай-яй-яй-яй-яй. Так, ну походу придется опять. Походу вторая отрицательная победа у нас за сегодня. Так. Блин, и пассивка сработала. Что-то не то сегодня происходит. Так, ладно. Ну давайте-то перезайдем еще раз. Давайте возьмем вот такую вот команду. Три фиолетовых, они у нас очень быстрые. Поэтому, думаю, есть все шансы у нас их зарядить. Сразу пробрасываем вот так вот четверку фиолетовых. Так, вот так вот можно сделать. Ну, походу. Блядь, ну не подъезжают они и все. Так, Локи зарядить. Ое! Отлично. Еще и вынесли этого, вообще нормально. Так, Гатор не заряжает только, у меня этого нету. Диспелла у нас просто нету. Так, ну все, теперь. Давайте бафаем атаку вот так вот. Потом срезаем все-таки Гатор броню. Этого сюда ультуем и копируем Юпитера. И походу тут это одна останется. Нет, смотрите, этот остался Юпитер. Так, так, так. Давайте вот так взорвем. Смотрите, тут никого не осталось. Она, короче, опять на X3 пытается зарядиться. Так, вот смотрите, у нас сколько плюс к броне? Плюс 59. Ну-ка, сколько Юпитер нанесет урона? 943, что-то по кому он ультует. И у остальных что-то 400 с чем-то. А у этой на X3 плюс 65 защиты. Ну, смотрите, она у нее, ну, баф защиты еще мощнее, чем у этой, у Аграфены. Так что там урона будет, ну, еще меньше пройдет. Ну что, ребят, вот такой вот был герой. Для обороны она, конечно, не очень, а вот для атаки у нее просто крутейшие навыки.
Ее элементарно зарядить, да, либо со стартового поля вот эти две тройки, ну либо потом 5 камней. Ну и этот овер хп и баф к защите, и уже ульта там Юпитера, Эни, она уже будет не такая вот мощная. Ну и вот этот буст в 33% регенерации маны, это тоже достаточно мощно, то есть герои вообще будут махом заряжаться. В общем, ребят, нормальный герой, удачи вам в ее поимке. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, всем отличного настроения и всем пока.